Когда Творец небесных сил, Создатель неба и вселенной, к нам мирно с неба снизошел, то Он страдания обрел, чтоб научить и нас страданию. Но Он своей могучей дланью нас от забвенья сохранит и вместе горнем поселит. Он шел смиренно на осляте, но как владыка встречен был. Умолкли возгласы проклятий, как молкнет радость средь могил. И по долине Иордана носились возгласы «Осанна! Осанна!» И был усеян путь Христов рядами листьев и цветов. Но время шло обычной ратью, и тот же преданный народ предал Спасителя распятью, вселенной счастья и оплот. Такой же день во время она склонялся к вечеру. Христос с учениками в сад Гефсиманский из Сиона шел полный горести и слез. И там в молитве сокровенной Спаситель мира и вселенной у Вседержителя просил телесной крепости и сил. Он говорил: «Отец всесильный, о, если б ты, любвеобильный, меня избавил ночью сей от чаши тягостных скорбей! Но нет, да будет в этом воля твоя, Отец, но не моя!» И в это время в сад из поля, в душе злой умысел тая, пришел со стражею Иуда. Его грехов немая груда зашевелилась, как змея. И вот учителя лобзали его греховные уста. И словом «радуйся» предали на муку Господа Христа. Толпа безумных иудеев, учеников Христа рассеев, среди архиерейского двора над ним глумилась до утра. Его там били полонитом, ему плевали в светлый лик, но пред неистовым синклитом он был по-прежнему велик. И, видя горькие мучения Христа Спасителя, Пилат, печально выйдя из палат, промолвил полный увлечения: «Скажите, что он сделал вам? Его божественным словам я предаю и честь, и славу. Кого ж простить мне в эти дни? Христа или грешного, разбойника, Вараву?» «Христа, Христа!» — кричал народ. «Распни, распни!» Свершилось. Сын Творца Вселенной, душою чистый, как кристалл, любвеобильный и смиренный, невинный агнец пострадал. Он шел. В лазуре небосклона скоплялись тучи, а кругом толпою жены из Сиона с рыданьем плакали о нем. А он с любовью во взгляде сказал, покорствуя судьбе: «Рыдайте вы о ваших чадах и сокрушайтесь о себе». К Голгофе путь привел далекий, в испуге дрогнул небосклон, когда Господь рукой жестокой на окрестном древе пригвожден. А он молился в то мгновенье, поднявши к небу ясный взгляд: «Отец, прости им прегрешенье, они не знают, что творят». Был час шестой, и тьма густая покрыла землю в этот час, и в храме занавес святая посередине порвалась. Спаситель мира, полный муки, кончину чувствуя свою, сказал: «Твои, Отец мой, руки, я ныне дух мой предаю». И, видя это, сотник некий прославил Бога и сказал: «Да, он был праведен вовеки,
и он невинно пострадал. Народ стоял кругом смущенно, боясь на Господа взглянуть. И, возвращаясь в град Сиона, руками бил себя он в грудь. А вдалеке, в немой печали, не смея молвить ничего, его апостолы стояли и люди, знавшие его. А сегодня, в день весенний, солнечный и ранний, мы вновь услышим колокольный перезвон, а в нашей церкви стройный хор, славящий Всевышнего пасхальную кантатой, мир ликует, нет ни в ком сомнения, Божий Сын воскрес, 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 да, Он воистину воскрес для нашего спасения.